Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Своими Руками. И тема сегодняшнего видео – как отрезать трубу под 45 градусов. Ну, начинаем! И для этого нам понадобится небольшой лист картона и, естественно, труба. Для начала нарисуем шаблон. Приложим трубу. И обрисуем по окружности. Дальше вырезаем. Дальше сложим наш шаблончик пополам. Тем самым находим диаметр окружности. Пометим сразу его карандашом. А дальше прикладываем к трубе и помечаем по обеим сторонам. Потом прикладываем шаблон к одной пометке. И обрисовываем по контуру шаблона до середины, с одной стороны. А по другой пометке обрисовываем контур шаблона с другой стороны. А дальше соединяем эти два полукруга, используя бумажный скотч для точности. Также можно использовать изоленту и тому подобное. Дальше срезаем болгаркой под небольшим углом. Срезав таким образом трубу под 45 градусов, при сварке у нас получится ровный угол, то есть 90 градусов. Ну вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте добрее. Пока.